Здравствуйте! И сегодня у нас будет билд батл по Амогусу. Вот. Это вот какашечка такая вот стоит с зелеными волосами. Меня зовут Вика, если чё, Ким. Да. Прикиньте. Да, да. Чё? Ничего. Сейчас зарежу за тех, кто лайк не поставил. Вообще. Страшно. И тебя тоже. А меня за что? У тебя прям через голову пролетело. Так. Ну? О. Чё? Хочешь увидеть? Хочешь увидеть магию? Ладно, давай уже начинать. Что? Так, ребят, мы начинаем. Нужно... Так, ой, выбираем ресурсы. Так, я возьму вот это. Вот это. Вот это, вот это. Так, что еще надо? Ну и, допустим, вот это. И вот это. Все, я готов. Мы еще не начинаем вообще-то. Почему? Вообще-то по команде. Ну ладно. 3, 2, 1. Все, начали. Нет, слишком маленький Амогус. Так, ребята, ну как вам? Мне кажется, нормально получается. Такой вот Амогус. Пчелиный. Угу, дальше. Стекло. Рюкзак. Ну я все. Я тоже. Вообще-то должно быть вот так. Не трогай! Это мое произведение искусства. Вот. Отстань от моего Амогуса. Строишь своего и строй дальше. Во, красота же. Он у тебя плоский какой-то. Я майнкрафтер, я так вижу. А тьфу! Ну ладно. Саня, слышь, прости, я не хотел. Ты чё? Сейчас из лука стреляться буду. Стоять! Так. Вот оно, сфоткайте это. Вот, смотрите. Ты куда? Ладно, давай второй раунд. Сейчас будем строить Марио.
Блин, ну ладно. Так, выбираем ресурсы. Мне понадобится вот это. Вот это. И что-нибудь красного. Больше мне, в принципе, ничего не надо. Я бы что-нибудь попроще выбрать. Вообще-то, Марио, это легко. Ну, как скажешь. Так, ну, допустим, вот этот блок. Или вот этот блок. Все. Три. А ты выбрал? Да. Три, два, один. Начали. Кстати, он должен быть 8-битным. Так. Ой. Там нога. Ай, точно. Чё? Чё ты там делаешь? Что это? Не понял. Так, ребят, я вернулся. У меня небольшая ошибочка вышла с интернета. Ой, что это? Что это? Так. Или как? Не понял. Ой! Или как можно делать вот так? Я не очень помню, как Марио делать, но... Ну, допустим, вот так. Да нет. Такс. Я не знаю, что это. Что это такое? Не знаю. Сейчас поищи. Нос. У него нос на глазах. В бок съехал. Не понял. А я есть. Не понял, что с игрой. А! Да что ж такое? Что-то как-то, ребят, подозрительно. У меня часто вылетает сервер. Такс. Ну как тебе мой Марио? Посмотри его. Сейчас, погоди. У меня тут со своим Марио проблемы. Проблем? Ну чё, как? Что это? А где у него глаза? Ну... Сейчас поезжи доделай. Да, я, блин, не трогай. Это мой Марио. Занимайся своим. Всё. Ладно. Ну чё, круто? Нет, убери. Сама убери. Такс. Значит, вот так вот. Класс, спасибо. Зачем ты это сделал? Крутой же Марио был. Без глаз, без носа. Без минимализм. Без глаз? Как он может быть крутым без глаз? Ну, потому что его делала я. Вау, оригинально. Да. Ты скоро? Нет еще. Так. Что мне делать? Чего-нибудь. Займись чем-нибудь. Так. Убью лошадь. Нельзя! Так. Ух ты, смотри, я на лошадке еду. Она пухла за тебя. Ты чё не хочешь?
Так, вроде бы ну, нормально. Она меня любит. Достань. Она корову любит. Достань хиджу. Почему эти были сердечки? Ты с ней подружилась. Ух ты, у меня тут лошадь. Вау. Да. Оригинальный. Оригинальный друг. Так. Мне нравится моя лошадка. Угу. Очень. Тебе не нравится? Нравится. Не ври. Не вру. Правда нравится? Да. У тебя нет лошади. А у меня всегда она может... А у меня она всегда есть. Так. Ладно, пока лошадка. Ты чё, её убить собралась? Ну, да. Не я! Живодёр! Вообще! Какой вот. Угу. Почему я не могу её убить? Потому что... О, что делать? Не без лошади! Не бей лошадь, я не говорю. Я убила лошадку. Твоя лошадка умерла. Которая оказалась не твоей. Пойду фигачить свиньи. Не надо. Нельзя, я тебе не разрешаю. Я сейчас на тебя буду спрашивать разрешение. Да. Угу. Что еще? Так, друзья, ну как вам мой Марио еще пока что недостроенный? Еще одна свинья. Сама? А ты кто? Так, сы. Да. Так, сы. Так. Ты что там делаешь? Сейчас увидишь. Батут? Угу. Понятно. А я Марио. Круто. Так. Угу. Ща как прыгну. Угу. Угу. Ща как прыгай. Ты куда? Туда. Сейчас. Подожди, не улетай. Поздно. Я улетела. Вот она, вон. Читерит. Ты чё? Ты куда? Наверх. А я тебя сейчас найду. Нашёл? Нет. Ну вот, ты даже не пытаешься. Ай, ладно. Я уже... Угу, понятно. А у меня Марио почти готов. Ладно. Раз, два, разбей. Так, ребята, эпик кадры. Сейчас как. Ну. Чё, не понял. Так, допустим. Сейчас еще раз прыгну. Не надо! Почему? Потому что я не хочу, чтобы ты умер. Я не умру. Все будет нормально, я обещаю. Что это такое? Ну почему ты не хочешь? Короче.
да. Все, давай, смотри на меня. Сейчас прыгну. Сейчас. Эпик момент. Да. Раз, два, три. Ну, на батут направляй. Эпик момент. Угу. А, все, я понял, что я не так сделал. Видео уже длится 15 минут. У меня и 20 сегодня. Нифига себе. Это там, не знаю, лишние моменты вырезать будешь, там, видео монтировать. Нет. Ну и какой тогда из тебя ютубер? Давай переснимать видео. Ты чё, издеваешься? Нет. Тогда зачем об этом говорить? О чем? Нельзя так говорить. Почему нельзя? Потому что я сказал. Да, все равно что ты там сказал. Так. Угу. Ухо надо сделать повыше. Да ёлки-палки! Так, ребят, я снова вернулся. Марио какой-то у меня не совсем Марио. А-а-а! Ту-дун! Ну что, начинаем? Сейчас, пойди. Сейчас. Нельзя еще! Надолго не вам. Да нельзя еще, подожди. Почему? Потому что. Почему? Я еще Марио не достроил. Мне все равно. Ребята, заскриньте это произведение искусства, которого скоро не будет. Какое горе. Вот, вот это вот. Это лучше, чем у моей сестры. Ты ничего не понимаешь в искусстве. Это минимализм. Это ничего. Это ничего подобного. Ой. Взрывной финал. Ой. Всем пока, ставьте лайки. Всем пока-пока.